Он непонятно, что случилось? Да пробочку. Может, завтра подойти? Да, могу, а куда? Ну, туда, где шарики продают. А хорошо, я поняла, сейчас приду. А в чем дело? Ты скажи, ты где пропадаешь целый день? Приходи, здесь шарики все видят. Хорошо, я иду. Я пошла. Так, сын, давай без истерик. Будь мужиком. Ну вот это как раз понятно. Что понятно? Подожди. Он что решил? Он подумал, что я проститутка. Вер, ну ты близко так к сердцу-то не бери. Он что решил? Что я хочу его из-за денег? Вер, ты деньги-то возьми не лишние. Нет, это не мое. Я не знаю, кто ему что про меня наплел, но это не мое.